Оператор Валентин Янус. Поездка в Чеченскую республику в 1995-м стала его последней командировкой. Вместе с майором Александром Осадчим он погиб от пули снайпера в Грозном, в том самом городе, в котором волею судьбы родился. Сердце оператора уже не билось, а камера продолжала работать. Документалистика – упрямая вещь. Она показывает события правдиво, часто не требуя комментариев. Фильм «Необъявленная война» Валентина Януса и Бориса Шерстнева был одним из первых правдивых рассказов о событиях того времени. Награжден орденом мужества посмертно. Но память способна спорить со временем, и в сердцах своих коллег, в наших сердцах, он по-прежнему останется живым, остроумным, находчивым.